Эх, русское поле. Как я его люблю. С лошадками самое оно. А то сейчас все квадроциклы, да, какие-то. Буржуйские вот эти все, да? Болотоход это интересно, кстати. А цена вопроса? Ну нормально, кстати. Кто? Кто это, Виталий? А на него номера тоже надо сюда. Классно. Но это ж на охоту, да, куда-то? Ага. Ну то есть уже посерьезнее, да, понадежнее. Права? На него права нужны? Нет? Не нужны, говорит Виталий. Виталий, а на лошадь права нужны? На лошадь? Нет? А я бы давал. Я... А, если телега, да? Не знаю, это спецтехника, она как-то по-другому. Не нужна, Виталий. А, вы на том месте, на Козырном хотите, да? Да, там красивые фотографии. Нету? Дорогие друзья, находите время, воскресенье, суббота, как вам удобно. Приезжайте на тренинг мотивации или просто кататься в караван, здесь классно. Пока, с вами Global Positive.